Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Motorola Moto E20 включить функцию отображения заряда батареи в процентах в строке состояния. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел батарея и находим здесь заряд батареи, показывать проценты заряда батареи в строке состояния. И включаем данную функцию. И теперь можем видеть наш заряд батареи здесь около значка батареи. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!